Привет, сегодня 14 июня. Вот Валера проснулся. Сейчас пойдем собирать одуванчики. И будем всех кормить и сами кушать. Хватит мне тут на телефон прыгать. Да? Нравится ему тут сидеть на телефоне. Ладно, пошли мы за одуванчиками. Валерке нарвал одуванчиков. Ему очень понравились. Сразу налетел тут. Грызет. С другими делиться не хочет. Сейчас дадим другим тоже. Все смотрят, тоже хотят. Дадим им, Валера. Вкусненько. Тебя таким не кормили, да? Все, наелся, Валерка. Будешь еще или нет? Вон, смотри, как там твои друзья смотрят, тоже хотят. Дадим им зелень. Валера, поделишься с ним? Там птенчики пищат, тоже хотят. Давай им тоже дадим. Вот тут сейчас все сгрызешь, и мне останется. Давай им тоже, да? Ну, видишь, и они сразу налетели. Да, Валерка? Другие тоже хотят. Нравится им. Вкусняшки такие, скажут, тут раздают. Скажи, все хотят, да, Валера, витамишек поесть? Все вон налетели. И тростник прилетел. Таскает у всех. И ты таскаешь. И синий он налетел. Тростник, ты тоже у меня с руки хочешь поесть, что ли? Прилетел. Слышишь, Валера, птенчиков корм пищать стал. Ну, не прыгай мне на телефон. Он там кормит детишек. Скоро тоже вылетит уже. Он пошел кормить. Тоже покормить? Тоже хочешь, чтобы тебя покормили? Тоже хочешь, чтобы тебя покормили?
Ты же уже здоровый лбом. Не стыдно тебе? Ну давай, 33 удовольствия тебе. Здоровее всех будешь. Все, хватит, ешь сам.